Дорогие мои друзья, знакомые, родственники, смотрите, как здесь шикарно, какая ступенька здесь шикарная, из сваровских камней, как сверкает, как приятно спускаться по таким ступенькам. Вау, вау, супер, супер, смотрите, как здесь приятно. Я так рада, что со мной сынок мой. Сына, он первый раз поехал в круиз. Я очень надеюсь, что ему здесь все понравится. И теперь мы будем ездить как можно чаще. Благодаря нашей компании InCruises. Пока-пока. Вот здесь мы будем с ним сидеть и смотреть, как мы плывем. Ой, шикарно, шикарно. Вот это наша каюта, диванчик, вот это я, вот мы, телевизор. Ой, как классно все, как замечательно, супер. Опа, здесь у нас все для того, чтобы все удобства, в общем, есть. Всех приглашаю с нами в круиз. Друзья, партнеры компании InCruises и, в принципе, потенциальные клиенты, я хочу, чтобы просто это ощутили. Вот сейчас мы стоим на своем балконе сумасшедшего просто лайнера, и вы сейчас просто послушайте море. Медитация хорошая. Шум волны, да? Друзья, я на борту, я сейчас вам просто покажу, вы офигеете. А корабль просто гигантский, это он превзошел все мои ожидания. Вот смотрите, море. На лайнере есть даже свой солярий. Вот они, соседи. Отдыхайте вместе с нашей компанией. Круиз. Прощай, Савонна. И заходим на наш корабль. О. Классно. Как будто в сказку попадаешь. Корабля, и это шикарный корабль, вид просто изумительный, море прекрасное. Давай сейчас покажу. Очень много народу. Тут так красиво, блин. Ресторан, барражатор на маршруте. А мы только пришли с города, пойдем на свою каюту переодеться и выйдем на ужин. Сейчас нахожусь на верхней палубе. И мы еще не отплываем, но посмотрите, какой шикарный вид. Прямо, знаете, дух захватывает, все в огнях. Это город Дубай.
А я нахожусь сейчас на корабле. Вот он такой красивый, я сейчас вам его покажу. Вечерний. Вот здесь вот такая сцена. Видите, как красиво. Это бассейн, и весь день здесь люди купались. Он до сих пор еще есть, которые сидят в джакузи. Вот, очень красиво. И мы ждем отплытия. Буквально через 2-3 часа, через 3, вернее, мы уже отплываем. Друзья, всем привет! Сегодня 25 сентября, 2018 год. Я нахожусь на лайнере Коста Медитерранея. Сегодня у нас Франция, Марсель. Это мой 4-й круиз за год благодаря компании Incruises. Я хочу сказать слова благодарности этой компании за то, что она дает нам такую возможность путешествовать со скидкой, путешествовать бесплатно. Став партнером, вы будете путешествовать абсолютно бесплатно за определенную работу. Я благодарю Майкла Хатчисона за то, что дал нам эту возможность обычным людям путешествовать на таких вот шикарных лайнерах. То, что было когда-то невозможным, сейчас является нашей реальностью. И, конечно же, я хочу своим сообщением сделать посыл всем тем, кто еще думает, вступать в наш клуб или нет. Вступая в наш клуб, вы ничего не теряете, а вы только приобретаете возможности увидеть весь мир, показать это своим родным, близким, своим детям. И мы гордимся этой возможностью. Вступайте в наш клуб, с Incruises мечты сбываются. Друзья, всем привет! Сегодня 1 декабря 2018 года. Мы находимся в городе Уральске, где мы со своими дочками получаем свой автомобиль Land Cruiser Prado. Знаете, ровно год тому назад я находилась в своем первом круизе. На просторах интернета нашла компанию Incruises, и с того времени моя жизнь просто поменялась на до и после. Что я хочу вам сказать? Миссия клуба Incruises – дать возможность огромному количеству людей жить той жизнью, которой они достойны. И мы гордимся тем, что мы занимаемся этим проектом. Incruises – это та компания, которая исполняет мечты. Благодаря компании Incruises уже тысячи семей в Казахстане стали счастливыми, стали путешествовать, мечтать и исполнять свои желания. И я обычная мама, которая исполняет свои мечты и мечты своих детей. Я сейчас нахожусь в республике Катар, это город Доха. Это мой круиз по Арабским Эмиратам. Сегодня у нас 3 января 2019 года, и Новый год мы справляли на лайнере. Я путешествую через круизный клуб Incruises абсолютно бесплатно. Я хочу сказать огромное спасибо компании Incruises за предоставленную возможность путешествовать абсолютно бесплатно. Цвета. И вот наполнен наш лайнер. Да, команда, мы передаем вам привет из Кобе. Мы уже отплываем. Это просто невероятно. Это просто нереально красиво. Это One Love Япония. Всем привет! Сейчас я нахожусь на лайнере Коста Медитерранея. Это мой первый круиз. И благодаря компании Incruises я открыла для себя новый вид отдыха. Вообще, сравнивая традиционный отдых с круизным, я все-таки отдаю предпочтение круизному отдыху. Во-первых, потому что за один тур можно увидеть как минимум 3 страны, 5-7 городов. Я, допустим, выбрала тур по Европе. Италия, Испания, Франция. Была в таких городах, как Валенсия, Барселона, Савона, Марсель. И что хочу сказать. С компанией Incruises путешествовать очень выгодно. А в моем случае данный тур мне обошелся совершенно бесплатно. Поэтому, дорогие друзья, всех приглашаю в компанию Incruises. Всем привет! Меня зовут Анна, город Уральск, Казахстан. Путешествую вот на этом шикарном лайнере. Мой круиз по Европе. Италия, Франция, Испания. Благодаря Incruises я все это увидела. Подключайтесь и путешествуйте. Открывайте для себя новые возможности. Всем рекомендую.